конечно, музыка джаза пошла, как говорится, ее развитие началось именно во времена сухого закона, когда все было запрещено, но алкоголь продавался где-то в подвалах, и обязательно были музыканты. Если проследить хронологию, хронографию, посмотреть дискографию, самое любимое мной произведение — это 29-34 год. Следующая песенка, это любимая песенка Аль Капоне, вот, называется «I'll find you, baby», «Я полюблю другую девочку», 1929 год выпуска, отличная песня. Thank you.
все знают, все помнят фильм «Однажды в Америке», посвященный тем самым годам, самым джазовым, когда знаменитый бандит, Робин Де Ниро, он играл, делает в пустом ресторане предложение девушке, дарит ей кольцо, и звучится замечательная песня Джон Лассаль, «Амапола», песня про любовь, настоящая бандитская любовь, поехали. Все увидели кинофильмы из джаза.
Панкратов Черный, там исполнил песенку, очень известную «Прости, прощай, не сама». На самом деле эта песня называется «Some of these days» однажды, она такая резиновая, можно хоть на монгольском придумать текст, все равно она будет хорошо звучать, вот, и «Однажды». Вот, она написана в 1898 году, сейчас она исполнена, отличная вещь.